сдержать ее мощь, но он ошибается. Почему Девичек вдруг решил, что сможет обуздать все это? Нам нужно попасть туда, пока Девичек нас не настиг. Что сделано, то сделано. Нам надо идти дальше. Да идем, идем. Солдаты из прошлого здесь появились. Надо действовать осторожно. Из-за временных волн реальность 55-го года просачивается в нашу эпоху. Само все сделалось. Похоже, влияет на течение времени. Но у нас не так много всего набрано. Зато я видел. Еще сильнее исказило существ. Так, музыка возрастает. Ну и где ты? Нужно поспешить. Сюда, за мной. Знаем, мы таких встречали. За тобой. Сюда, что ли? Так. Здесь мы не были. Это дневник доктора Николая Демичева. Только что увидел первое испытание МВП. Удивительного устройства, изменяющего положение объекта в пространстве времени. Я считал это невозможным, но прибор работает благодаря гению доктора Марисова. Это устройство открывает очень любопытные перспективы. Все. Закончил. Все, отправляемся наверх. Смотрите под ноги, капитан. Растения сильно изменились из-за временных волн. Кстати, у Борисова одежда то меняется, то не меняется. Или это мне, или мне показалось? Приближаемся к эпицентру. Само время здесь сходит с ума. Времени совсем мало. Надо разделиться. Я останусь здесь и подготовлю приборы, а вы идите в мою лабораторию. Я работаю над модулем.
модулем для МВП, который позволит создать разлом с помощью сингулярности. Потом вы вернетесь в 55-й и исправите историю. Да жесть. Ступайте. Опять. Отыщите мою старую лабораторию. Это там вы найдете модуль для МВП. Каторга 12. Потрясающее место. С нетерпением жду начала испытаний Е-99. Но еще интереснее то, как мне повезло работать с доктором Демичевым. Его теория квантовой физики произвела революцию. Уверен, вместе мы совершим великие открытия. Так, ладно, пока не будем. Нифига себе. Так, вот теперь можно. Ага, все, не впустит нас больше обратно. Засранец. Давайте, держите. Отлично. Столько всего здесь валяется, это вообще просто. Прям какой-то бой не готовит нас. Еще живой, да? Ничего не изменишь. Не знаю, посмотрим. Я уже и так много чего поизменял тут. Так, что там еще хотели? Умелые руки. Вот это вот хотели. Отлично. Дополнительная ячейка для снаряжения.
Вот так. Способности не будем ничего. Так, у нас 2000 еще. Можно улучшить рукопашные. Нафиг нам. В принципе, все, что нам нужно было, мы поулучшали уже. Ну, крепкое здоровье еще. Давайте покопим. Чем не удивишь тут. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Ай, тварь, а. Так, слышу стрельбу. Вот тут бойня. Привет. Так, рука. Я думал, там кусок этого лежит. Е-99. Все, да? Здесь больше ничего нет. Могло. Это дневник доктора Борисова. Все, хватит. Сегодня я узнал, что Демичев хочет устроить обыск в моей лаборатории и забрать МВП силой. Я оповестил всех коллег, чтобы они ему не подчинялись. Даже думать не хочу, какие гнусные эксперименты он задумал для МВП. Так, оружейный шкаф. Что мы можем? У нас две технологии. Ну, вот так вот сделаем. Ух ты, еще и улучшение МВП есть. У
усилитель МВП. МВП больше не расходует энергию Е99. Импульс наносит больший урон. Фига себе, круто. У нас бесконечный МВП. Ладно, типа секретика, что ли, было? Ну, держите. Так. Быстрей, лечись. Засранец-то, а? Да что ж ты не дохнешь-то, а? Себе просто выносит. Воу, ребята, вы чё? Еще не будем тратить ничего. Ой, нет, ну так проще. Сейчас будут пичкать этих врагов, как не знаю кого. Еще все эти появятся. Держи. Так, и где он? Борисов-то. Минутку, капитан. Позвольте открыть вам дверь. Давай, открывай.
Так. Я думал, я переместился. Нет. Это просто... Это ко мне переместились. Ой, ё. Пока перезаряжаешься. А, труп уже. О, стоит там, палит. Отлично, все собрали. Идем дальше. Может, так и должно быть? Ну, возможно. Что за... Заблудился. Граната, граната. Готов. Отлично. Можете не париться, я мощнее, чем был раньше. Так что можете сами застрелиться. За звук сейчас там был. Просто каша такая. Держи, нафига он улетел такой. О, мы добрались. Отлично. Ну вот, здесь.
Здесь мы и восстановим ход истории. Используйте МВП на сингулярность, чтобы открыть разлом в 55-й год. Затем уничтожьте реактор бомбы Е-99. Когда сингулярность взорвется, все встанет на свои места. Приступайте, капитан. Удачи вам. Отлично. Осталось, похоже, дело за малым. Ку-ку. Очень удивлен. И повторил эксперимент. Ну, отдайте мне МВП. Ремка, стойте. Мы что-то упустили. Надо как следует подумать. Историю можно изменить. История пишется победителями. А вы проиграли. История пишется победителями. Точно. Здесь дело не в сингулярности. Это же вы попали в прошлое и вытащили Демичева из горящего здания. Помните? Вы изменили его судьбу. Теперь вам придется изменить ее снова. Демичев не должен выжить. Не выйдет. Вы уже однажды пытались и не сумели. Капитан Ренка, вспомните, кто был там помимо меня. Постой! Демичева нельзя! Тем другим человеком были вы. Да, он прав. Вот это поворот. Вы есть аномалия. Значит, чтобы исправить историю, вам придется остановить самого себя. То есть убить себя? Вы просите человека пожертвовать собой, хотя вы ошиблись? Сколько раз там уже? Боюсь, Барисов. Вы определенно не вправе давать такие указания. Ренка, не слушайте его. Вы можете спасти мир. Казалось бы, капитан, вспомните, кем вы были в самом начале. Труднем из Улья. Я подарю вам новую жизнь. Там все, о чем вы только могли мечтать. Отдайте мне МВП. И мы будем править миром. Ренка, вы хотите стать частью этого мира? Оглянитесь, посмотрите, сколько зла он уже причинил. У каждого реформатора были критики. Ренка, он не реформатор. Он убийца миллионов, диктатор. Остановите его любой ценой. Используйте МВП на сингулярность, вернитесь в прошлое и убейте себя. Хм, какое заманчивое у вас предложение. Присягните мне на верность и убейте Барисова. Я наделю вас безграничной властью. Решайте сами, капитан.
самого влиятельного человека в мире. Но это ничего не меняет. Чтобы исправить ход истории, может, тебя убить? Вернуться в прошлое и помешать спасению Девичьего от пожара. Пойдем по этой концовке. Следующие концовки отдельно запишу. Ё-моё, я сам себя убил. Молот 2-1, красный борт на связи. Вы входите в воздушное пространство каторги 12. Вас понял, красный борт. Следую точно по курсу. До цели 3 минуты. Не знаю, зачем они нас сюда посылают? Тут же нет ничего интересного. Военная разведка? Сборище клоунов! Молот 2-1, сохраняйте скорость и направление. Вас понял, красный борт. Сколько раз видел? Не надоедает? Молот 2-1, молот 2-1. Ложная тревога, повторяю, ложная тревога. Задание отменено. Летите домой. Ха! Ну что я говорил? Ничего интересного тут быть не может. Верно, товарищ? Вот, собственно, и все, дорогие друзья. Мы выполнили хорошую концовку. Все вернулось на свои места. Барисов стал кем-то там. Наверное, скорее всего, стал ученым влиятельным, раз воздвигнули ему статую. Ну что, дорогие друзья, в следующей концовке я запишу тогда в бонус-видео. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. До новых встреч, всем пока!